По уже сложившейся традиции праздновать День города начали рано утром в храме Михаила Архангела. Он считается покровителем Сочи, а еще собор сегодня отмечает престольный праздник. Это покровитель города Сочи и наш один из наших любимых святых, Архангел Михаил. Поэтому в этот день мы здесь, так как это святой, который помогает каждому. Сегодня День Ангела считается, каждого человека. Валерий Богатырев каждый год 21 ноября обязательно идет в храм. Сегодня он отмечает не только День города, но и свой лично. Я постоянно стараюсь сюда прийти с казаками, с нашими братьями встречаемся. В богослужении сегодня участвовал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел Фокин. Он пожелал сочинцам мира и добра. Хотелось пожелать крепости сил духовных, физических, чтобы мир и благополучие было в нашем Отечестве и, конечно, для наших жителей города Сочи. В праздничной литургии принял участие и мэр Сочи Алексей Копайгородский. Все вместе молились за благополучие родного города. Несмотря на будний день, в храме сегодня собрались сотни верующих. Собор не смог вместить всех желающих принять участие в службе. За ней можно было наблюдать через большой экран, установленный возле храма. Ну а после божественной литургии прямо в церковном дворике прошел концерт духовной музыки. Слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. День города сочинцы будут праздновать несколько дней. Запланированы праздничные концерты с участием певицы Нюши и солистки группы «Мираж». Они пройдут завтра вечером на Южном Малу и на площади Флага. Более полусотни мероприятий пройдут и в районах курорта. Инга Габешия, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.